Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем играть игру по названию Trophier. Окей, что я, короче, сделал? Я в настройках сделал так, чтобы у нас головоломки стали эксперт. Я не знаю, что будет подразумевать эксперт. Типа, мне так ничего не говорили, что нужно делать. А тут еще сложнее будет. Ну, я не отчаиваю. Я вот думаю поменять, конечно, сложность пока что на карте, потом убрать, чтобы хотя бы узнать примерно, где мне это использовать, блядь. Ни карандаш нигде говорился, ни фонарик нигде не нужен был. О бензине я вообще молчу. Карета нужна будет и часы сюда. Ну ладно, стрелка сюда. А карета нам пригодится на камне, возможно. Возможно. Поэтому, ну, давайте попробуем. Меню опции, среднее. Короче, колодец и кухня. Доступные действия. Все. Ух, куда ты полетел? А, подожди, если я тут, я одну сейчас вещь проверю. Бонусы. Что имеется? Обои, достижения, видео, создатель, удаление сцены. Ладно, сюда попозже войдем. Где то, что я искал? Достижения тут где-то должны были быть. А, ну, в принципе, могу это и в игре посмотреть, так ведь. Меню. Опции. Достижения. Давайте, фигурки. Я не знаю, сколько их всего, но пока что я вижу 1, 2, ну, будет 3, 4. Пускай 4 фигурки. Достижения. Решить головоломки без использования пропуска. Завершить один акт без использования подсказок. Изи. Куклы лгут. Завершить. Давайте, какие тут вообще есть достижения? Завершить 5 уровней пуска предметов без... Это будет легко. Легко. Завершите один акт без использования подсказок. Окей. Завершите дополнительную главу без использования... И изи. Играет 3 часа, ну... Уже 1 час поиграли. Без остановок, замечен. Завершите дополнительную главу за один заход. Проиграл. Найдите Хизер. Короче, куклы Хизера нужно найти будет. Найти половину всех коллекционных фигурок. Факты, факты. Завершить основную игру на сложность эксперт. Завершить дополнительную главу. Вам посрать. Стоп, а чё она? Не-не-не, почему сложность? Я же поставил эксперт. Так, у нас была с вами кухня подсвеченная. И это. Что может быть на кухне? А, подожди, вот одной руки, я бы ручки. А, один фиг у нас этого нету. Поэтому оно нам, так сказать, не пригодится. Ну, вон там что есть. Ладно. Шкатулка. Хизер, хизер, хизер. Не берется. Банка есть. И я пытался. Действия на кухне. Какие действия могут... Свет только выключить, там может быть действие. Стоп, вернись на кухню. Пока я здесь не собираю выключать свет. Я читал, это интересная история, но очень короткая.
Может, это пустяк, но тут, 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 тут. Да. Газовая плита не включается. Ладно. Давайте смотреть, что здесь есть. А, фонарик имеете в виду использовать? Нет. Нет. Может, здесь фонарик использовать? Нет. Я должна попробовать что-то другое. Будь у меня ведро. У меня фонарик, чтобы посветить. Или я должен фонарик запитать бензином? Я не понимаю тебя. Что я должен сделать? Снова я видела какое-то движение. Но у тебя есть фонарик, посвети, посмотри, что там за движение. Ведро, у меня нету ведра. Откуда я тебе возьму ведро? Откуда я вообще что-то могу здесь взять? Могу поклясться, что-то было. Что он? Вот, фонарик, посвети. Куда? Здесь ничего нету, что бы я мог сделать. Ты это понимаешь? Я не понимаю. Вот я не понимаю. Слишком темно, чтобы разглядеть, что там. Где? Это же любимое кольцо. Хизер. Не могу достать, а я ключ нашел. Давай карандашом подковыряем. Стрелочка часов тоже нет. Ладно, зато у нас ключ от часов. Неплохо. Гаечный ключ. Неплохо. Так, подсказочки. Короче, 7. Ого, я гений. И чё? Один черепок из 7. Может быть, если я найду недостающую эмблему, крышка откроется? Запоминать становится все больше и больше. Гаечный ключ. Для окна? Да. Ух, готово. Осталось плюс 2 комнаты на изучение, да? Раз, два, да. Спальня и ванная. Да, ванная. Похоже, не работает. Но он сухой. И я могу попробовать его починить. Надо поискать инструменты. Вау. This is good high. Так, моющее. Зажигалка. Надо найти бензин. Я нашла страницу из дневника сестры. Она больше не прячется. Что-то стояло в углу гостиной. Наблюдал за мной. Мне не хватило духу включить свет, и я просто убежала на второй этаж. Она последовала за мной. Я слышала скрип. Ступенек за спиной, но не посмела обернуться. Это правильно. Это правильно. Я бы так же сделал. На крышке не хватает кареты. Я могу использовать сразу же карету. Гучи флип-флап. Гучи флип-флап. Ну как-то так оно было. Ага, карета, ну правильно, карета на последнем. Раз, два, три, четыре. И
Илона. А, тё, тупанул. Опа. Изи. Жуткий медальон. Плюс еще одна комната, которую мы можем открыть там, где как раз у нас вот эти непонятные херы. Хотя давайте зажигалку сразу заполним, что она. Погнали, детали. О-хо-хо, сколько тут всего ненужного. Мастика. Шпатель. Да, ну почти мастика. Странное мыло выглядит так, будто внутри что-то есть. Мастика. Мылом. Лупам. И я могу заполнить раковину, если найду затычку. Затычка. Раковина. Закрыть. Осталось найти ручку. Магнит. Гвоздь. Может быть, я смогу найти что-то, что можно перерезать веревку. Спички. Перерезать, подпалить. Да. Ладно, свечу подпалим. А, даже так. Ладно. Так, там ладонь какая-то была. Слишком темно. Сейчас исправим. Изолента. Рычаг один. Нужно сначала починить трубу, прежде чем включать воду. Ага. Вентиль пропал. Да, с вентилями всегда такая проблема. Так. Магнит я пока что не знаю для чего. Хотя я знаю, осталось только чем-то перерезать. Хотя мыло. Если у меня будет мыло. Мыло, вот, это лезвие. Осталось узнать, где может быть. О, вентиль. Нашелся вентиль. Вы знаете, сколько нужно времени, чтобы растворить мыло, плюс в котором лезвие? Много. Ну, как много. Ну, для... с безопасной с точки много, а так нет. Надо, может, быть полезным. Пинцет. Так, пинцет не является инструментом, поэтому мы не починим. Вверх. Просто, наверное, окна. Wait, вот. А почему я в комнату в эту не... А, вот где вход. Во-первых, дырка. Спирает ржавчины. Темный проход впереди вниз. Да, согласен. О. Давайте я сюда попозже вернусь. А, типа убрать никак. Моя сестра забаррикадировала, но это ей не помогло. Главное, чтобы вот эта наша сестра не лежала. Готовы? Бу. А, даже видео есть. Вот и чувство, когда, знаете... Что-то происходит, ты поймешь, что она сейчас уберет. Ты просто что-то у себя почувствовал, да, вот, ну. Просто решил повернуться в проем. Смотришь, и звук. Минус. Пугающий момент. Ладно, тут есть ключ. Манекен с манекеном.
Так, я нашла эту страницу из дневника сестры. Она определенно описала это в спешке. Она была напугана кем-то или чем-то, что пыталась попасть в ее комнату. Неужели она сошла с ума здесь? Она пытается войти в комнату. Я видел, как ручка двигает... Двери двигается. Мне страшно выйти. Пожалуйста, помогите мне. Окей. Юная Хизер. Моя маленькая сестра Хизер, я слышала, что у близнецов есть особая связь, но мы были очень разными. Хизер была открыта миру и чувствовала. И чувствам. Она всегда была такой непосредственной. Это была ее идея прокраса на второй этаж. Была ли это ее любознательность, или ей просто хотелось перечить матери? Я знала, ей нравится, когда мать расстраивалась. Ей нравилось, когда мать расстраивалась, если она проводила время... Так, стоп, я потерялся. Мать расстраивалась, если она проводила время в доме Лаудис, но он был восхитительным. Она покинула город, как только получила такую возможность, и практически ни разу не приезжала домой. Затем ее стали посещать навязчивые идеи о смерти матери и конспирации. Последний раз, когда я видела Хизер, она назвала меня предателем за то, что я ей не помогла. Но это не я уехала из дома, оставив нашу бабушку. Зато теперь у меня есть хорошая работа и замечательный парень. То, что могло быть и у нее. Ясно. Ау. Минус мышка. Мишка. Ощущение, будто кто-то смотрит на меня оттуда. Давай проверим спичкой. А, ну ладно. Так, хорошо. Ключ от сейфа. Раз. Пинцет. Два. Давайте начнем тогда с сейфа. Сейф у нас был. Вот здесь. Похоже, что на вырванной странице что-то было нарисовано. Будь у меня карандаш, я смогла бы и восстановить рисунок. Здравствуй, карандашик. Наверное, рисунок — это подсказка. Подсказка расположения рук. Кажись, я знаю, где последняя рука находится. На кухне в банке. На кухне в банке находится последняя рука, которая нам необходима. Пинцет мы как раз будем оттуда доставать. Скорее всего, там гвозди, как знаете, раньше в такие огромные банки гвозди пихали. В смысле. Да. Пятна в воде. У нас есть спрей от... ржавчины. Но мы не можем использовать спрей от ржавчины на банку с ржавчиной. Серьезно? Ладно. Дверь. Погнали к двери. Я просто не понял, почему она назад вышла. Там что-то по-любому стрёмное будет. Какие-то ритуалы здесь происходили. Ну, как история, она, конечно, ничего здесь не отметит. Еще одна открывашка. А то мы с вами просто выкинули, вы понимаете? Ну, чтобы мы использовали два раза один и тот же предмет. Нет, отвертка, отдыхай. То, что мы использовали отвертку два раза, это... У нас есть открывашка. Теперь. Еще. Окей. Выглядит как ритуальный круг.
5 маленьких кругов нужно положить что-то. Сердце, глаз, губы, рука, гребешок. Должно быть, это подсказки к предметам, связанным с этими символами. Видимо, это принадлежало моей сестре. Она понимает меня. Она обещала помочь мне отомстить. Я была так одинока до встречи с ней. Что это значит? Хизер, мне жаль, что тебе пришлось пройти через это одной. Он воткнут настолько глубоко, что я не могу даже сдвинуть. Очень жаль, красивый кинжал. В натуре, не говори. О, куриная лапка. Что у нас тут вообще есть? Глаза. Рукам. Ну, вероятно, расческа это волосы имеется в виду. Хотя откуда они здесь могут быть? Уже сколько времени прошло, так ведь? Как эти свечи могут до сих пор гореть? Тоже факт. Кажется, в этой огромной свече что-то есть. Может попробовать ее сжечь? Зажигалка у нас есть. О, символ. А был похож на череп, если честно. Хо-хо. Как бы я ни старалась, я не могу вытащить эти ножи. Но на них есть ключи, и ключи висят на некоторых ножах, да. Ключи, ключи, ключи. Ключи, ключи, ключи. Грабли. Ага. Ага. Так, пока я еще не забыл у себя в голове, для чего пинцетик нужен. Кольцо. Грабли. Открывашку. Неужто на кухне мне нужно использовать открывашку? Пластиковый пакетик. Надеюсь, с безопасным препаратом. А хотя в натуре для чего мне пакетик? Ладно, давайте думать. Мне нужно по-любому как-то разбираться с холодильником. Так что в холодильнике ведро, которое нам нужно. Грабли? Ну это глупо. Пластиковый пакет? Вопрос для чего? Грабли. Какой их не размер? Если они маленькие, то я не знаю, для чего они могут быть. Думаю, 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 думаю. А где у нас что было? Инструменты для починки мне нужны. Раз. Здесь слишком темно. Два. В тот же момент я ничего не могу использовать такого, чтобы объединить. Так, могут это быть волосы моей сестры? Мне надо их чем-то... А, во что-то положить. О. Да, мы просто волосы будем. Просто волосы. Так, больше здесь ничем нельзя взаимодействовать. Подушка не разрезать, ничего. Так, ладненько, давайте тогда сразу в подвал мы положим часть, чтобы они мне просто не маялись. А, вот для чего кольцо. Так, так, так. Еще 3 предмета. Давайте думать. Ничего, ничего, место бесполезное. Ничего, ничего, место бесполезное. Место бесполезное.
Так, давайте начнем отсюда. Здесь все бесполезное. Здесь по факту тоже ничего нету. Но что-то показывает на то, что тут что-то может быть. Грабли. Блин, ну... Фиг его. Так, ладно, балкон так выйду. Здесь уже тоже все бесполезное. Бесполезная комната. Ну, это понятно, что бесполезно, потому что там вещи. Окей, вот это все... Бесполезные комнаты. Вот это бесполезные комнаты, они улетают. Эта комната... Бесполезные пока что. Короче, вот это бесполезное. Здесь у нас активности никаких не наблюдается. Значит, комната бесполезная. Бесполезная, вот. Здесь комната тоже бесполезная. Пока что из того, что у нас ничего такого нету. Здесь, ну, пока у меня нет будет ключей, мы это не откроем. Комната бесполезная. Вот это бесполезные комнаты. Осталось 5 комнат. Данное место. Пока у нас нету... Это место бесполезно, но у нас есть грабли. Грабли здесь я видел траву. Листья мокрые, липнут к пальцам. Тут бы грабли не помешали. Отлично. Кухня стала полезной. Так. Добро пожаловать. Рука, добро пожаловать. Хи-хи-ха-ха-ху. Так, почти ровно опущена вниз. Рука под углом. Ладошка направлена вниз. Немножко под углом. Я понимаю, я помню эти очки. И это были любимые очки Хизер. Вопрос становится все больше. Нахера нам очки? Так, кухня автоматически стала бесполезной. Осталось только... А, глаза точно, вспомнил. Сразу, чтобы, как я и говорил, чтобы ничего мне не мешало. Осталось 2 предмета найти. И у нас осталось только вот эти... Подожди, но это тоже становится бесполезным, получается. И это стало бесполезным, ну и это стало бесполезным, потому что у нас нету ведра. Осталось только 2 комнаты. Точно, 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 точно. Вот это дедукция, знаете, вот исключение. Вот мы исключаем то, что нам не нужно. Инструкция для фена. Ясно. Так, фен был у нас в ванной. Ванна. Нифига, давайте я как-то вот так сделаю. Хотя... Я инженер-механик, мне поебать. Так, финтиплюшка это сюда. Это финтиплюшка сюда. Проводки взаимодействовать не надо. Это центр, это видно вверх.
Это вниз. Готово. Это по центру. Здесь ничего. Микросхемка сюда. И осталось понять, какой цвет куда идет. А. Ага. Стопаем. Хотя это логично. И готово. Нет. Странно. Странно, потому что я все сделал как надо. Центр вверх, это вниз. Ага, стоять, тут нету, не хватает. И что мне делать? А, стоп, это нажимаются кнопочки. В смысле, этим можно пользоваться? Деталей не хватает внизу. Внизу деталей фена не хватает, алло. Ладно. Где наш холодильник? Замерзла намертво. Ясно, круто. Ну, ведро оттуда достать смогу? А, кнопочка. Ладно. Ну, смотрите, мы уже с вами прошли по ходу, да? Только я черепа не нашел, я вообще не понимаю, где еще могут быть черепа. Хотя это квестовые предметы, это не коллекционные, поэтому... Кулон. Кулон Хизер получила от нашей матери. Как она сказала, оказалась в колодце? И откуда я знаю, что должна искать именно там? Не знаю, не знаю, не знаю, слушаю. Теперь давай, что у нас не хватает еще? Это сердце. Она курила. Для чего? Ну все. Комнаты автоматически стали все бесполезны. Кроме вот этой, потому что там слишком темно. А, я туда же использовать уже ничего не могу. На кухне. А что у нас на кухне еще было? Здесь мы все забрали. Нахера мне пятновыводитель? Я, кажется, больше ничего не помню, что я мог бы использовать. Фиг знает. А тут что? Блядь, серьезно? Текст. Откуда я? Ладно, мог бы догадаться. Выглядит как ритуальный круг. В 5 маленьких кругов нужно положить что-то. А это уже читал? Ясно. Я тупой. Я абсолютно уверена.
В доме есть кто-то, кроме меня. Я не сумасшедший. Я видел, как вещи двигались. Как я зашла в комнату. И я слышала, как кто-то ходит. И вчера я видела, как оно стояло у кровати. Я что-то нашла. Кажется, это страница из дневника моей сестры. Видела ли она ту же странную девочку, что и я? Я точно кого-то видела. Так, ладно, все, зуб. Оказывается, вот куда мне нужно было тогда пойти. Ну, кто его мог знать? А при чем тут кухня? Вот тоже. Не с первого раза нажимается почему-то. Да, это может пригодиться. Сейчас мы в подвал пойдем. А где наш подвал? Правильно. Вы здесь. Ого, уже время. Ну что, пойдемте. Хотя, по идее, конец серии уже должен быть. Ладненько, давайте сделаем таким образом. Я пока что закончу. Если там что-то будет продолжение, у меня есть все равно вторая часть, которую я по-любому буду тоже записывать. Я их просто немножко объединю, хотя посрать, погнали. Дверь, кажется, была закрыта годами, но свечи все еще горят. Плевать, идем далее. Это действительно произошло или мне показалось? Я не собираюсь спускаться туда в полную темноту. У нас есть зажигалка, не боись. А, все? На выход? Какую информацию? Какую информацию? Мы с тобой все бы... А, она имеет в виду, я должен был поджечь свечи на полу, которые... Кажется, там что-то лежит, но слишком темно, чтобы можно было различить. А вот теперь нам, наверное, сейчас предлагают пойти все-таки на улицу, взять фонарь, который... Но ты не взяла лампу. Ты не взяла лампу там, на улице, которая была. Ладно, давайте возьмем свечку из отсюда. Да, взяли, проверяйте. А, получено достижение. Внимание в деталях. Но мы нашли тело. Пам-пам-пам. В полиции сказали, что моя сестра была мертва уже многие годы. Они поинтересовались, не заметила ли я что-нибудь странное. Я солгал им.
Домик на дереве. Наш домик на дереве. Мы провели там все свое время. Что же она пыталась мне этим сказать? Акт второй. Ага, вот так вот. Ага, нихера себе, слушайте, а это еще только... Я вам скажу, как оно есть. Это вторая часть, первая часть игры, где по несколько актов, что ли? Так что у меня еще парт 2 скачанный. Нихера здесь, ладненько, давайте тогда на этом и закончим. Здесь я попытаюсь как-то... Мне кажется, уже придется использовать карту. Дом. Все. Музыка кончилась. И какие-то, походу, катакомбы. Ладненько, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.